вы модернизировали метод Хаммерса. В чем тут у вас? Это ноу-хау, это секрет. Хорошо, пусть останется ваш секрет. Перманганат калия вы используете? Мы, в общем-то, используем, но там есть наши еще новинки, которые мы туда добавляем. На 1 грамм, на 1 грамм графита 6 грамм перманганата остается? Ну, в общем, там, значит, мы одну операцию выкинули, одну новую, но что было, я не знаю. В качестве модификатора концентрация оксида графена, это какая использовалась? Оксид графена? Ага. Ну, вообще-то она разная использовалась. Нет, ну, вообще, вот, чтобы обозначить это в порядок, назовите. Так, это работа нашего магистранта, сейчас скажет. Я точно не знаю. Какая концентрация оксида графена? Ну, например, максимум 1% массового процента, там есть. Мы еще увеличиваем сейчас 2-3%, 4-5%. Ну, насколько вообще это целесообразно использовать такие, будем говорить, достаточно маловые концентрации, 2-3%, его же это надо распределить еще, чтобы он разошелся, эти 2-3%. То есть я бы взял 0-1% и все. И тоже получилось. И достаточно, хорошо, да. Потому что в литературе, 2-3%, я не знаю, это просто обычная какая-то добавка, это не нанодобавка. В общем, у меня мнение следующее. Да? Да. Ну, я согласна. Микробы вас насаждали, потом через сутки вы мерили, да? Ну да, это просто демонстрационные материалы. Не, я понял, в чем заключается антимикроб? В чем заключается антимикробы с этого покрытия? А, почему микробы погибают? За сутки просто, может, они погибают. Вот эта работа на самом деле уже опубликована китайцами. Там, в общем-то, они дают такое объяснение. Они говорят, что оксид графена активно взаимодействует с покрытием этих микробов. И они просто раскалываются, вытекает жидкость какая-то, и микроб погибает. Здесь просто вот через сутки смотрим, да? Да, верхние слои живые, нижние мертвые. Вот это распылился, белоков, например, вообще распылился. А вот этот, он как-то раскалывался. Это, по сути, получается, это не является доказательством микробов. Нет, доказательством является статья, где это очень подробно исследовано. Мы просто хотим делать практическое применение и показали. Вы настолько индивидуальны, вы показываете очень тонкие пленки, и, в общем, через какое расстояние вы можете утверждать, что у вас нет сквозных пор, например. То есть я мог бы из вашей пленки взять кусочек для химического эксперимента, скажем, диаметром 2 миллиметра, 2 сантиметра, ну, скажем, 3 сантиметра квадратных. Они бездефектные или они все-таки будут иметь какие-то включения графита, которые будут давать? Речь идет о полученных из суспензии? Конечно, пленочка там... Они совершенно гладкие, бездефектные. А вот графеновые, мы еще делаем графеновые суспензии, там получается с дырочками, с дефектами. Вот там есть проблема. Вы считаете, что они без дефектов могут давать приличную площадь из них? Да, они сложные. Мы мерили электронным микроскопом, атомно-силовым микроскопом. Вы отдельный кусочек можете померить, понимаете? Большие площади. Мы на это видим площади несколько сантиметров квадратных. Да, мы можем сантиметры. Да, мы делаем латеральный размер сантиметра на сантиметр пленка. Даже висячие делаем, они без дырочек. На разном языке макроматериал. Как это может быть, что пленка ваша не содержала дефектов? Вы о чем говорите? Там тысячи, миллионы дефектов. Ну вообще, все графеновая пленка, она не электрическая. По электрическим параметрам я не могу сказать. Ну, по оптике тоже она интегрируется. Конечно. Поэтому у меня нет данных. Да? Методики, которые бы мне увидели на эти дефекты. На достаточно крупных пленках вы макроструктурные дефекты не замечаете, да? Нет, ну там бывают такие складки. Мы варьировали, значит, разные подложки, и не на всех подложках получается гладкой. Конечно, на кремниевой там с складками. Вот тут картинка. Там толщина 1.5 нанометра, Латеральные вот тут распределение, микроны. Около вот микрона. Микроны легли друг на друга и получилась сплошная пленка. При распылении она получается еще более... Какое отношение ЦКУ у вас в вашем окислом графите? Отношение кислорода к углероду. Сколько показатель основной? Сколько кислорода? Сколько кислорода? Там у меня элементный анализ. Где-то 50 на 50, кажется.